Здравствуйте, мои творческие друзья! И сегодня я хочу ответить на один вопрос, который мне поступил. Это как отредактировать фотографию на ДПВ. Давайте возьмем, любую возьму картину свою и попробую ее отредактировать. Можно отредактировать ее прямо вот со своей галереи. Если я нажимаю на карандашик, у меня открывается редактирование. Я могу здесь, вот эту дату я изменить не могу. Я могу изменить название. Я могу изменить фотографии. И я могу изменить дату публикации. Ну, давайте с самого начала, изменение названия я сейчас не буду делать. Но вы понимаете, что это элементарно, да? То есть вы как-то, может быть, редактируете свою название на Etsy, допустим, да, или думаете, что надо как-то по-другому назвать эту картину, и вы пишете здесь другое название. Дальше. Как нам отредактировать фотографию? Мы на нее нажимаем. Но что значит отредактировать? Это не совсем прям вот редактирование, да, а это замена фотографии. То есть вы можете неудачную фотографию поменять на более удачную, хорошо сделанную, либо вы перефотографировали. Ну, я возьму сейчас, так, это у меня что? Это у меня водопад, я его найду. Водопад, я нашла. Ну, допустим, вот я вот эту, наверное, не буду менять. Сейчас я минутку нажала на главные фотографии. Ну, вот открываю. А, у меня была в рамке. У меня требование, что не менее 600 пикселей, а у меня их нет на этой фотографии. Ладно, пусть пока остается, я потом другую, значит. Нажимаем на другую фотографию, если мы хотим ее тоже заменить. И выбираем, допустим, вот эту фотографию, да, коль я уж в интерьере здесь делаю, да, и вот эту фотографию я ставлю. Все. Здесь мы не обрезать, ни что-то еще делать мы не можем. Поэтому мы вот только можем заменить фотографию. Дальше, если мы что-то хотим еще изменить здесь, да, то есть, допустим, мы хотим изменить дату, в которой будет эта фотография нашей картины показана на страничке ежедневных покрасок, да, как называется здесь, то тогда мы здесь можем поменять. Идем дальше. Если что-то еще здесь у нас изменилось, цена изменилась, и, может быть, вы думаете как-то это, то можете так. Дальше, что мы здесь? Это у нас идут ключевые слова, теги, это размеры и так далее. В общем, так по шагам, как мы и только когда загружали, мы здесь все можем исправить. Здесь мы можем вставить описание. Если у нас есть видео на YouTube, то мы можем вставить ссылочку видео с YouTube сюда. Ну и в конце нашего вот исправления, да, редактирования, мы нажимаем Update. И наша картинка уже будет по-другому представлена. Ну и вот посмотрим, да. То есть, если у меня главное здесь вот так, видите, она увеличивает. Тут не надо как бы еще больше вот здесь вот раз и открывается. Тут не надо вот эти вот фрагменты как бы картины, да, потому что она и так у нас увеличивает. Но я даже потом еще поработаю вот с этой картиной, потому что, ну, вот это мне не очень нравится. Ее можно сделать поменьше, этот интерьер, чтобы картину саму было видно получше. Вот. Так интересно, можно менять картины уже непосредственно, когда вы их загрузили. И так с любой картинкой вы можете поступить. То есть редактировать отсюда. Второй способ, да, как? Это открыть... Так, где у нас вот домашняя страница Daily Paintworks. Мы открываем не галерею, а мои вот Paintworks. И здесь у нас, значит, открываются опять наши
все картины, которые мы загружали. И отсюда мы точно так же можем, вот он карандашик, мы можем удалить эту картину и по новой ее, допустим, загрузить, если что-то прям сильно нужно исправить. Либо точно так же нажать на карандашик и редактировать. Все то же самое. Все идем по шагам, как нам нужно. И здесь редактирую. Ну, в данный момент мне это редактировать не нужно, поэтому я и не буду. Вот такое сегодня видео по редактированию фотографий на ДПВ. Кому это было полезно, напишите, пожалуйста, в комментарии. Не забудьте подписаться, не забудьте поставить лайк. Я вам очень благодарна за это. И до следующего видео, до следующей встречи. Есть вопросы, пишите, я обязательно отвечу. Пока-пока.